Среди лидеров по количеству заявок не числится Мирнинский район, но население все же интересуется, есть ли возможность получить земельный участок вблизи Мирного. Ответить на этот вопрос постаралась Тамара Бессмертная. В октябре 2016 года начался второй этап подачи заявок на получение дальневосточного гектара. Выбрать участок и оформить заявку можно разными способами. С 1 октября жители Мирнинского района смогут оформить земельный участок на территории своего субъекта, то есть Республики Саха-Якутия. То есть мы можем зайти в ФИС, выбрать там земельный участок, сформировать его, либо обратиться в уполномоченный орган, обратиться в Росреестр, в многофункциональный центр, обратиться лично, либо по доверенности может представитель обратиться, либо обратиться Почтой России. С материалами съемки в режиме онлайн можно ознакомиться в Комитете имущественных отношений. Для удобства горожан здесь выделено специальное место с подключенным компьютером. Сотрудники комитета помогут собрать пакет документов и оформить дальневосточный гектар. Услуга бесплатная. На карте обозначены серыми зонами земельные участки, которые не предоставляются по дальневосточному гектару, и белые вот пятна, которые попадают под раздачу. Возле Мирного это участки на 4-м и на 13-м километре. Регистрация на сайте госуслуг через МФЦ занимает 10 минут. Мы предоставляем компьютеры, подключенные к интернету, для граждан, чтобы они могли зарегистрироваться на сайте госуслуг самостоятельно. И здесь же мы на месте подтверждаем учетную запись гражданина, создавшего свой личный кабинет. Пока заявок, оформленных через казенное учреждение, только 5. Некоторые оформляют участки самостоятельно. Третий этап, когда граждане России смогут выбрать себе гектар на территории всего Дальнего Востока, начнется 1 февраля 2017 года.